Друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня, наверное, вы уже догадались, мы наконец-то поговорим о якутских лошадях. О вот этой необычной породе, которая по легендам, да и по научным доказательствам, гуляли с самими мамонтами. В одной, как бы, на одних полянах в одно и то же время. Корни якутской аборигенной лошади уходит вглубь веков, и она по праву относится к древнейшим породам. Это единственная в мире порода, которая произошла от диких белых тундровых лошадей и не вымерла, как мамонт или носорог, а сохранилась до наших дней. Внешне якутская лошадь не может состязаться с другими породами. Она не обладает той резвостью, как, допустим, орловская, или грузоподъемностью, как французская, или красотой, как английская. Но в суровых якутских условиях эта лошадь неоценима для местного населения. Сформировалась порода якутских лошадей в условиях резкоконтинентального климата Якутии, где, ну вы знаете, морозы зимой от 50 до 60 градусов. Я вам показывал в предыдущих видео. А летом жара у нас превышает 40 градусов. Примечательно, что якутским лошадям не страшен не только лютый мороз, но и назойливые насекомые, кровососущие оводы, комары, мошкара, которых летом в якутской тайге целая тьма. В 1634 году казаки написали письмо московскому царю Михаилу Федоровичу о вновь открытой ими стране. В письме говорилось: «А якольская, государь, земля велика, людна и конна». Это сообщение является первой исторической справкой о якутском коневодстве. Разведение лошадей якутской породы было основным занятием якутов с древнейших времен. Они разводили также крупнорогатный скот, охотились. Об этом известно со времен появления первых русских людей на реке Лена. Якуты изначально занимали территории, удобные для скотоводства. По долинам рек, открытым местам с луговой растительностью. Уже по своим природным особенностям, не представлявшими промысловой ценности. Заселение же глубинных территорий происходило постепенно и лишь со временем приобрело постоянный характер. Во избежание обложения ясаком, налогом пушниной, якуты большими группами откочевывали на периферию, на реку Вилюй, в северные улусы. Выбор новых мест в большинстве случаев также был подчинен требованиям скотоводства. Многие исследователи Якутии утверждают, что якуты – древнейшие коневоды. И словно в подтверждение этих слов – они до сих пор сохраняют свою исключительную любовь к лошади. В этой жизненно важной отрасли отражена вся история якутов, их многовековая борьба за выживание в условиях сурового севера. До прихода на Лену основной хозяйственной деятельностью якутов было кочевое табунное коневодство. Свидетельством первостепенного значения коневодства для якутов были существовавшие обычаи. Например, обычай после смерти хозяина закалывать его коня и мясо раздаривать всем пришедшим на похороны. Свадебное угощение непременно включало в себя кумыс, это конское молоко, и конину. А самые почетные гости получали лучшие куски мяса. Конское мясо и молоко являются экологически чистыми продуктами, обладают целебными свойствами. В молоке содержится молочный сахар, богатый витамином С. Поэтому кумыс является натуральным антибиотиком. Его употребляют при лечении дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза. Молоко якутской лошади богато йодом и кальцием, аскорбиновой кислотой, которые помогают при анемии и заболевания щитовидной железы.
Употребление мяса якутской лошади помогает при лечении заболеваний печени, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Выводит из организма радионуклиды. Привет. И тебе привет. Особое значение имеет коновязь Сергея. Она устанавливалась в середине двора и часто украшалась резьбой. Дом свой построил, огонь возжег, медную коновязь укрепил, говорится в якутском эпосе Аланхо. О древности коневодства у якутов говорит и народное предание. Упоминая о разведении лошадей, встречаем в сказаниях якутского эпоса: «Словно поле чистый стол поставил, словно озера блестящих серебряных тарелок наставил, восьми отгулявших кобелиц отборного жира и сала толстого наложил. Эрсогатох на белую конскую шкуру сел, захватил сразу 9 огромных кубков, все 9 налиты сливками от молодых кобылиц». У народа саха есть миф, где вселенная представлена в образе лошади. Голова и шея – это верхний мир, живот – средний мир, хвост – нижний мир, а ноги лошади – это 4 стороны света. Как звать? Американец. Американец? Да. Привет. Привет. Спокойный. Спокойный. Америка по-японски. Может показаться невероятным, что колымские купцы ежегодно в последних числах октября отправляли из Якутска свои товары в Ючно на одних и тех же лошадях в Средний Колымск, расстояние до которого 2540 верст. И что лошади приходили туда в половине января, проходя при этом около 1500 верст пустым местом на подножном корме. Якутские лошади выносливы и сообразительны, хорошо ориентируются на бегу по пересеченной местности. Жеребята рождаются в мае, когда еще лежит снег. Кобылица сразу же после рождения ставит жеребенка на ноги, чтобы он не примерз к земле и не замерз на снегу. Как встал на копытище ноги, больше не ложится и спит стоя. Другая особенность якутских лошадей – долговечность. Например, они исправно несут службу около 20-25 лет. Но и после этого достаточно пригодны для легкой езды и не очень тяжелых работ. Вот эта вот порода лошадей, они выживают в минус 50, в минус 70. Выживают вот под таким снегопадом и копытят потихонечку себе снег, под снегом еду и кушают. Вот это наша порода лошадей. Кстати, что касается нюрбы, они у нас везде. В каждом доме стоят. Их обычно никто не прогоняет. То есть, если они за... Я, допустим, утром выхожу из гаража, и во дворе у меня лошади. Ну и все, и нормально. Очень хорошее удобрение для цветов жене или там для теплицы. Потом это все на лопату, в сторонку, и по лету вот тебе удобрение. В настоящее время в Якутии сформировались 3 типа якутских лошадей. Северный оригинальный тип – среднеколымская верхоянская лошади. Южный – более мягкий тип, не подвергшийся скрещиванию с заводскими породами. Южный – крупный тип, отклоняющийся в сторону заводских пород, использованных для улучшения местной якутской лошади. Ну и в 2011 году, я тому свидетель,
было официально объявлено о презентации новой породы лошади. Мегежекская порода якутских лошадей. В конезаводе имени Степана Васильева, Нюрбинский район, Республики Саха-Якутия. В данный момент подо мной жеребец той самой мегежекской породы, выведенной в Нюрбинском улусе. Американец – это именно та лошадка, чьи предки паслись на обширных полях вместе с мамонтами. На этой лошадке в старину возили лед, молоко, дрова, сено, охотились и ездили в гости по бескрайним просторам моей родины. И если вы видели, исходя из этого ролика, делает это по сей день. Так что вот так, дорогие друзья, желаю вам доброго здоровья, желаю вам успехов. До скорых встреч, увидимся.